Марк Арьевич Тарловский. Сборник «Почтовый голубь». Цикл «Письма с дороги». Стихотворение «Тоннель». 7 августа 1928 года. Читает Лев Литвинов. Туннель безвыходно открыт, гремит, а выглядел тихоней. И электричество горит в бегущем под горой вагоне. Как ядра, зло и тяжело, вагоны прут во мрак и скрежет, пока не высверлят жерло и свет на вылет не забрежет. Неотвратимая дыра, необходимая загадка, блестит решением, ура, успокоительно и кратко. В горах невежества и тьмы, и ненависти обезьяний, не так ли пролагаем мы туннели нежности и знаний? Одним резцом просверлены слепящие сквозные ходы и в сердце пламенной жены, и в толще каменной породы.